Всем здорова, пацаны. Итак, 14-й тур нашего чемпионата. Играю против Андрей по-английски. Чё, зависло? Все нормально. Ну чё, пацаны, 4 матча, как обычно. Рубим, играем. Против Андрюхи. Буду стараться как можно меньше шарить по углам. Только в моментах таких нереальных. Вот здесь это будет опасно, если я сейчас ударю. Поэтому ударим вот так вот. Так, сейчас может быть опасно. Почти гол, почти гол. Пока что без уголков играем, все нормально. Сейчас 4 игры сыграю. Так, пока что нули у нас. Нули, нули, нули. А вот это красотища он забивает. Охренеть. Просто топ. Топовский гол. Я начинаю проигрывать Андрею. Блин, что я сделал, сука. Ворота разбить хорошо не удалось, но он сейчас зато мои хорошо разобьет. Смотрите, неплохо. Я думал, он не так уж хорошо играет. А играет-то он неплохо, Андрей. Смотрите, как давит жестко. Вот сейчас мы попробуем сделать красиво. Сука. Чуть-чуть не докрутил. Это гол. Да, 2-0, ребята. 2-0. Я проигрываю. Так вот сделаем для начала. Все, пошли углы. Пошли уголки. Ну хорошо. Давай подрочим по углам. Не могу вылезти с этого угла. Если я ударю, то это будет подставон. Давайте вот так вот. Так, 2-1, ребят, пока что. 2-1 становится счет. Здесь мы разобьем ворота.
Ебануться. Ебать. Вот это красиво он сделал. И первую партию я всасываю, пацаны. Андрею-то. Для меня один Андрей стал соперником неудобным. Теперь и второй, что ли, неудобный будет? Охренеть. Проигрываю я первую партию, пацаны. И как это не гол? Мяч, смотрите, за воротами. Как это не гол? Я просто вот этого не понимаю. 1-0. Влад, что ты там написываешь? Блядь? Оставь в покое мою игру. Лупи. Красавчик. Ну, такой я должен забивать, пацаны. Да, 2-0. Пока что по партиям 1-0 Андрей ведет, но в этой пока что 2-0. Ну, вы знаете, как я играю при 2-0, ребят. Очень плохо. Давайте вот так вот попробуем. Гол? Нет. Или под низу пробьет? Да ладно. Ебать. Ебать. Это ж пиздец какой-то, нахуй. Топовский гол. Не зацепивший ни ту фишку, ни эту. Он просто пробивает. Это жесть. Это жесть, конечно. Бля, и что я сделал сейчас? Если сейчас и такой он забьет, то это будет просто, сука, нереально. Нет, такой он не забьет. Охуенный гол. Просто охуенный. 1-1 по партиям, пацаны. Блять, как я люблю тебя, Сокер Стар, когда влетают такие голы. Просто охуенные голы. 1-1, 1-1, пацаны. Едем дальше. Нифига себе, что он сделал. Тут я не мог рисковать. Просто не мог. Но здесь, конечно, сделаем вот так вот и выйдем вперед пока что. Третья партия. 1-1, пацаны. 1-1. Тут я не буду, пацаны, ничего, только разобью ворот. Тут чревато, что и будет подстава. Ну, это красиво. Это красиво. 2-0 пока что.
Выбил получилось, но у него схема такая, что... Гол! Смотрите, нет. Охренеть. Это было неплохо. Разобьем. Пока что по партиям 1-1, пацаны. Тихо. Ой-ой-ой, не повезло ему, не повезло. Ты не купился? Не купился? 3-0! Топ, пацаны, топ! 2-1 по партиям, и четвертая партия заключительная остается. Или победа, или ничья, ребята. Угу. Или победа, или ничья. Да сейчас шуметь будет. Неплохие голы получаются. В каждых матчах красота, пацаны. В каждом матче красиво. Ну а здесь подстава. Просто подставон. И гол, да? Один ноль, блядь, щекотно. Ну, первую партию, согласитесь, Андрюха вообще по-топовски сыграл. А дальше что-то подставочки пошли, и везение пропало. Бля, как такой-то я не забил, непонятно, да? Если он сейчас отверху забьет, это будет класс. Это могло бы тоже быть класс. Да чё же я не забиваю какие-то, блядь, нелепые просто голы. Да, не везет, конечно, жестко. Очень жестко не везет Андрюхе. Гол. Два ноль. Но отыграться, да, согласен, будет сложно ему. Очень-очень будет сложно. Ну что, пацаны, зарубанем красоту. Ты, сука, уже 3 раза ударил и ни разу не залетел. При такой расстановке нереально, короче, понятно. Гол-гол, нет. Бля, пацаны, как не залетел, был просто мега бы гол. Все, пацаны, 3-1 я побеждаю. Андрей, спасибо за игры, это было красиво. Я пою на тебе 119 уровень. Спасибо за игру, неплохо играл. Особенно первая партия была топовская. И голы, голов дофига красивых, пацаны, дофига не залетело красивых. Все, пацаны, Андрюх, спасибо, подпишись на канал, поставьте лайкос видео, с вами был Ромэн. Пока, пацаны, пока, удачи всем!